по той, которую водил, и мы убивали 100%. Дальше, соответственно, когда мы переводим до 20%, ой, до 40% хп, начинается вторая фаза, будет рысь. Далее, забегает все под босса. Соответственно, дуплим босса. Босс будет прыгать какого? На рандомных людей в рейде и кидать на них, как его, кровотечение, дебаф. Хилы, вам надо их прохиливать жестко рейд. Соответственно, у нас есть 3 ДК, которые будут по очереди давать бомжей. Бомжи, босс также кидается на бомжей. По этой фазе, соответственно, все. Далее. Доводим до 20%, начинается последняя фаза, самая жесткая. Соответственно, на этой фазе босс превращается в дракондора, босса поведут по часовой стрелочке, соответственно, перед лицом босса никто не должен стоять, фрейм босса маленький, это для милишников. Далее, хилы РДД, набираете рейндж между... Соответственно, как я и говорил, босс будет дышать перед собой, перед рожей босса не стоим, потому что шутитесь. Далее, босс будет кидать АОЕ каст, который надо прохиливать. Соответственно, он будет крутиться вокруг себя и дамажить по рейду от огня. И настакивать на рейде увеличение дамага от огня. То есть, чем быстрее мы убьем, тем будет лучше. И далее, самый сложный каст на нем, это... Сейчас я вам линкану. Это столб... столб огня. Будет такой луч света, потолка, с неба, тоненький. С него надо выбежать за секунду. Соответственно, это для хилов РДДшников и для всех остальных. Он может кинуться и на танка, и в мили-зону, и на хила, на любого человека. Соответственно, надо выбежать. Выбежать надо от него в рейндж 6-7 метров. Потому что он в рейндже 4-5 дамажит около столба. Не просто то, что вы отошли чуть-чуть. Надо отойти примерно вот как я здесь стоял. Соответственно, чуть-чуть так. Он этот столб огня под саппортами, под аурой защиты от огня дамажит по 15-16к. Не забываем, что на вас еще накидается магический дебаф на увеличение урона от огня. Если вы за секунду не выбежите, значит это шот. Соответственно, милишники. Если будет в мили-зоне, как его, анонсировать, на кого столб огня, я буду говорить. Соответственно, будет в мили-зоне столб, вы отбежали от босса, босса отводит танк. Только как отвели босса, вы отбежали от луча, подошли к боссу, начали бить. Надеюсь, понятно. Когда будет на танке, когда будет в мили-зоне. По тактике я вам все объяснил. Фулбаф даем. Кто не уверен, что прожмет сопроты на пятой фазе, соответственно, пить еще. Если сопротов нету, кидаем обмен в звезде. Кулак вару. Фулл ребаф дали. Я пока не могу использовать эту способность. Ребаф и паладин полностью баф. Так. Где там, блядь? Лапа есть на всех или нету? Отлично. Так. По тактике я рассказал, чек на готовность. Смотрим, на что вы способны. Пока что я поставлю прото, потом перевешу на огнях. Все готовы, отчет на пол. Пробетов кто-нибудь продублирует? На всякий случай. Угу, хорошо. Ложимся. Эвейт не в паше, дашь? Нет, так. Убирайте танковские стойки все. Пусть вас сильнее дамажит. Понял, как Морфис отбегать. Только как начал кастовать вихрь, ты от него отбегаешь. Иначе просто шотит.
Челкин, диван снимай, мы отрез. Сейчас сделаем. Так. Вынеси все на панель. Чтобы быстрее было дело. Мы уже должны идти целка. Как час назад. А, нет. Да. 2 минуты как должны. 19:30 стоит. 20:30 стоит. У тебя что, 19:30 показывает? У меня 19:30 открываю, а тут 20:30. Заебись. Охуенно. Фулбаф даем, рыбу едим. Чек на готовность. Сейчас. Ну, я сейчас где будем? Так, у кого чего не хватает? Чего не хватает тут? Тех все есть, что? Сопроты есть? Паводин. Сопроты есть? Есть. Припод взял? Еще раз чек на готовность. Микстурка. Чё припод там? Сделал. У нас вечно хотят. И гардов-то заебись. Ну, с кем не бывает. Вот тебе, давай 4. Давай. Байда прохиливаем, блять. Блять, это я виноват. Не давай нахуй на первой фазе вообще истерию никому. Легли. Да это я не успел отбежать. Ты не только не успел отбежать, тебе еще невозможно. Ну теперь с гаркой начинаем. Сбылась мечта, идиот. Челкин, диван на кого не кинь. Нет у меня значков. Я поломан, господа. А чё ты говоришь, невозможно было хилить? Чё это? Просто не прохил у тебя был. На тебя повесилась метка и плюс минус 1%. Если бы они докидывали, возможно, в тот момент тебе просто... Да я еще не отбежал, я вроде отбегал и не успел там заделать меня. Я пока не могу использовать эту способность. Далеко. Неподходящая цель. Не сейчас.
Рыбу поставил, кушаем сразу. Дживс, у меня когда 3 минуты. Турбо поставь, пожалуйста, этого мамонт. Починились ли? Починились, кому надо. Купи Риги на диван сразу. Я пока не могу использовать эту способность. Чек на готовность. Ты купил реги на диван? Надо подождать. На готовность. Турбо готов? Сейчас она панель вынесу, только секундочку. Давай. Где он это, блин? Я пока не могу. У тебя что, мод сломался, что ты закурил? Не, его. Этот моя спиздила, блядь. Не отдает нахуй. Понятно. Говорит, бросай курить, я говорю, да я бросил, чё. Надо подождать. Так, готово. Так, чек на готовность. Хилы жестко прохиливаем. Меточки. Следим за этим. И за этим пьяный? Нет. При слове атака пуляется. Не забыла? Нет. И опять пропот проебал. Припот, точнее. А когда тут скрутил? На 2 секундах. Быстрее рогу прохил. Бро, беги в крест. Must dispel. Еще раз. По жопу босса. Шарпи, на тебе диспел. Я. Диспел. Еще раз. Один диспел давай, остальных я продиспелю. Экономь ману. Здесь экономьте ману. Не надо здесь нон-стопом хилить. Диспел. Спел.
Дима побежал. Все в этот, к боссу. Быстрее. Быстрее в угол босса. Блять. Бегли. Нормально. Более-менее, блядь. Легли, легли. Магические косты, бафы, этот. Обих и бейтесь. Во все. Сейчас прибегу, но. Все лежим. Блядь, тюн. На 61%, когда Дима побежит, соответственно, я ему говорю, все убегают в крест, в тот угол, за крестом. Танк стоит чуть-чуть в этот, впереди нас, чтобы отбить ветерки. А кто ветерки водить будет? Дима. Микстурка. А чё он? А чё не Алиса? Она же типа танк, меньше дамажит. Микстурка ДПС. Она отбивает ветерки. Там, короче... Ты помнишь нашу проблему, когда тогда мы не убили? Потом мы поэтому сделали. И мы убили его 100%. И сейчас мы не прибежали... Просто засмотрелись на хп босса. Да, 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 да. У всех есть прожимки, кроме Шерпиступа и Роги. Все равно идем по этой тактике, Войт. Не, я не про это говорю. Вот чтобы люди не сдохли, потому что ни БРов, ни СС-ов нет. Нужно кидать тебе, допустим, длань жертвенности на Рогу, а Холипалу жизненную защиту по себе и длань жертвенности по Шерпиступу. Заходить Рогу Шерпиступа. Так, добегаем, если кому-то очень рыбу жрем. Еще раз показываю, на 61%. Вот сюда забегаем, за езду. Видите, за крестом. Алиса, ты чуть-чуть вот прямо в метке можешь стоять, отбивать эти ветерки от нас. Моментальной хилкой при ударе ветерка можно хилить. Желательно щиток еще на Рогу кинуть, чтобы он точно не сдох. А на себя Шерпиступ может дать. Да, нормально, не сдохнут. Алис отобьет и все заебись будет. Нас тогда один раз они, блядь, ёбнули полностью рейд и все. И улетели на Диму. Улетели там на кого-то, кто бегал, ёб. Да я бил. Каждый раз, когда нахуй я по такой тактике бил, блядь, после того, всегда мы убивали царь лапку, готов. Лапку. Бафы, да, 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 да. Быстрее всех только бафы. Да, вихрь. Угу. Чек на готовность. Главное, забеги в крест. Можешь перед этим прожать, ну, во время этого прожать кош. Все готовы, отчет на пул. Надо подождать. У нас вечный Быстрее царя прохиливайте. Угу.
Легли. Не успевают хилы. Вот здесь, вот эта прозорливость, тебе нужна 3 стака. Можешь пойти и переделать билд. Ну я не знаю, сейчас есть на это время или нет. Да он бы вот эти хп мне, он захилил бы и без прозорливости, если меня хотя бы подпать. Где там челки? Я только увидел у тебя в дебафе этот. Вот то, что он тебя кинул, у тебя 2000 осталось. Начал флешку давать. Ты умер. Надо было мгновенный каст давать. Вот я смотри, молитва, круг, обновление. А, у тебя обновление не поставлено. Ну вот, все понятно. В смысле поставлено? Оно ж хилит мало, ну, в смысле моментально. Смотри, она моментально хилит, если критом у меня 5к, плюс еще ход 3,5, 4к. Я уже понял, что сделать. Сейчас я сделаю. Я буду перед этим давать круг на рейд, у меня будет флешка инстант. Я буду тебя хилить. Масрез. Флешка инстант. Тебе не надо, надо, чтобы Пчелкин сразу по человеку с дебафом кинул шок, а ты уже кастовал связующее исцеление. И следом после него еще какую-то хилку. Давайте, привыкайте, это не обычная целка, блять, или что-то в этом роде. Ой, что ты встал-то? Блять, нажал кнопку, сука. Бежали, чё? Надо подождать. Бью тогда, отойду. Мидвей. А сколько у ретриков один скилл бьет? В смысле? Ну, плюс-минус. Типа, сколько урон наносит одна крита у тебя? Если будет АТ-4, то 40. 40? Да. Ну, обычно где-то 12-13, может 20 так. Дали бафы. Кулак. Чек на готовность. Секунда. Все готовы, чёт на пол. А энту? Ходи глуп. Ну захиль ты. Ну,
Я помогаю, флешка. Да я вижу. Кстати, если твоя флешка, я бы упал. Кстати, а ты пишешь, когда ты умираешь от истерии? Лови, веди, быстрее, все под жопу, босс. Веди, 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 веди. Маст диспел. Спел. Скажите, когда будет 62%? Угу. Спел. 63, готовьтесь. 2 1. Угол. Дима побежал в угол, все остальные. В угол бегом. За охотой фулл рейд. Давайте, добили, добили. Перевели, блять. Ебать, я сейчас станем буду. Челкиндок. Ну это не вариант, я не знаю смысл. Ложимся. Челкин, ты в дискорде? Да, я здесь. Ты нажимал божественную защиту на себя? Да, ему можно бабл было пожать. У тебя был бабл без КД? Нет. Ты что, отдал до этого бабл? Он мне без КД. Ты мог прожать сейчас бабл? Да? Мог. Да толку, бабл нет, я побежал, я в стане был, словил бы вихрь, ударился под меня и на вас отлетел. Сука. Как же меня это бесит, блядь. Тут просто надо дать всем прожимки, тут все могут прожаться, кроме Роги и Шерпиступа, и не сдохнуть. Они не сдохнут, если на них будет обновление, и моментально могут хилить присты. Кругом исцеления и кольцом света по группе. Время удара ветерков. Тогда никто не сдохнет. Крылья не надо хули положать. Ты понял, когда тебе надо нажать бабл, Челкин? Понял, понял. Лиса, чуть ближе подводи. Потому что иначе, какого, я просто не доставал, мне пришлось подбегать босс. У нас 1%, блядь, висел очень долго. За этого был дебаф на микстурке. Вы старайтесь его диспелить. Я не успел масс диспел дать тогда, да, потому что у меня... Все стояли в углу, Дима убежал на свою ту позицию. Точечно можно диспелить, не обязательно далеко убегать. Мне сбило каст откидывание. Ну давай я сюда отбегу. Дим, сейчас скажу, покажу. Все дело в том, что относительно центра босс... босса же ветерки выходят, да? Да, да, вот где-то примерно сюда встань. Да, да, я, если что, диспейли, а потом этот. Давайте рыбу жрем, быстрее. Встаем, Алиса, царь. Бафы раздаем и погнали. Начинает заебывать. Просто надо выжить на этих ветерках и все. Сейчас, блядь, оттренируемся все 4 фазы, зато, блядь, потом на 5-й будем сидеть еще час, ебаный в рот.
Давайте нахуй, отлипайте, сосредоточились максимально. Сопроты у всех есть? Или у кого-то ну, нет? 10 тебя? Минут еще есть. Чек на готовность. 10 минут ровно или меньше? 10 минут ровно. Матума готов? Да, да. Нужно подойти. Давай, подтверждай. А что там пол? Пойди сразу. Диспайл. Чуть потом выйдешь. Диспайл. Не спал. Не спал. Три. Нормально. Идем на позицию. Один. Все встали в этот в угол. В угол все встали. Алиса чуть дальше. Ебать, другое дело. Победились. Погоди, не блять, пробегайте. Дали пространство. Отходи, отходи. Побежали. Центр, побежали быстро. Центр! Все, Алиса агри, все остальные бьем. На рысь призывай все, что можно. Аккуратно только РДД бьем, аккуратно. Как хорошо, что я ШП и сам себя могу выпиливать. Дома. Чё по мане у хилов? Нормально всё. Чёлкин, у тебя нормально всё? Нет, всё. Ну вот, видишь, я ж тебе говорил, что панцирь странный. В Т5 тут вообще нереально можно давать. 3%.
Под боссом. Алиса, давай бомжей сразу. Если я дам сразу, у меня его сорвут. Забираю. То есть кто-то друг. Сейчас я дам бомжей. Дал бомжей. Прохил рейда. Жесткий прохил. Сейчас можешь дать? Не дала уже. Угу, отлично. Приставлю на огня. Сразу, чтобы послать. Что им хилить? М? Помогай, и у нас до хера. Если что, флешками, понял? Турбо прохил. Да я стараюсь. Ким, дай. Давай. Чё, сильнее хилить? 1%. Перед лицом босса не стоим. Блять, жёсткий прохил, жёсткий прохил, быстро! Шапистул Ким на хп! Вы под лица уводи. Ренжо набираем. Готовимся, блять, со столбами, не слакаем только. Если Шарфе... что, у меня лагает сильно. Шарпи, отойди от меня. Если столб, можем сдохнуть. Готовимся. Войд, милишники отошли. Отводи дальше. Царь. Алиса, хуёво, через огонь стоял. Уйди. Через центр уйди. С центра уйди, царь. На Эвинар. На Войде. Отошли. Отошли с лица. Царь. На Уматума. Блять. Хильте, хильте. Бейте. Хиляйте. Жестче прохил. Прохил рейда. На фул. На войде. Давай, тащи. Прохил. Шерпистул прохиливай, блядь. Изи! Нихуя не изи. Я рулю меч, если что. Ну, вы, может, подымите, а не будете смотреть лут, блядь. КД у меня масс-реса. Чё, зов упал? Да, две штуки. Нет. Упало. Ха-ха. О, смотрите, тут сундук какой-то стоит. Вы видели? Где? Вот тут в углу, смотри. Тебе он нужен? Ну да, ой, если никому не нужен, давай. Смотрите. Буду тестить. Лук. Он тут нужен, но я один вопрос. Где сундук-то? Кровь нужна кому-то? А что нам дают? Ничего. Да хуйню, квест даешь. Ну давай. Несколько серебряных. Войта, где сундук? Это я небо. Войт, ты знаешь, что ты за это в ад без очереди? Портал. Ай, блядь. Жестко. Где ты так кричишь? Мне страшно становится. Ты еще спокойно. Ему самому страшно, когда он так кричит. Чё ты ливнул? Стой. Рок, гадай, передай Эрелла Войду. Надо даже ИП накинуть. Я, по-моему, кнопку на клавиатуре сломал. Слишком сильно бил по ней. Офнулся. Ну ладно. Я сейчас я зайду. Я телепортируюсь. Всё, квест сделал. У кого-то нужен?
Кожа дает. Да я забыл, блядь, что еще ИП надо. Войт, а что ты мне отменил за... Чего? Еще раз, Рога. А говорю, грудак падал кожаный, кому-то нужен? Опа, раз. Вы насчет квеста забыли сказать. Как его? Какого квеста? Лечение Амани, убить Зоуджина. Ты что, нужен? Молодец. А ты хорош. Лучший. Это кто говорит, блядь? Чёлкин. Кто? Чёлкин. Блядь, вот это ты хуёво, нахуй. Вот эти квесты у тебя должны, блядь, висеть. Да, паладин. Орден паладинов тебя не забудет. Это последний квест в цепочке. Дайте уже ЕП. Дай сначала Эрела, Навара. Хороший тамадайк, все интересно. ДНМ Зидум их кикать или что там? Нет, ДНМ можешь кикнуть за Думу так же, как и всем. Рога, ты тут? Да-да, я тут, я сейчас захожу. Че, заковыряли там, вижу? Да. Будь он не ладен. Это... Я типа... Ну что ты там, Рога? Ты что, эрор словил в Долоране? Сейчас захожу в игру за два. Вот это да. Ладно, так и быть. Накидай себе сам ЕП, я ДНМ отниму просто. В смысле? Он на микстурке, если что. Я на него привязан. Вот, значит, ты еще отнимет. Ты себе сам кидай. Все, расходитесь. Ура, наконец-то. Так. Ой, расходитесь, рецелка. В смысле, рейд. Ему-то еще не надо откидывать. Ему на одного чара отослалось, если что-то. Так там два ника. Оно один раз только кинул? Один. Только одному человеку. Даже если два перса в рейд. Но он привязан на него, кому он здравствует. Да. Если не привязан, то да. А, ну я не знаю. Так, что у меня? А. Теперь у меня 7 конкурентов на плащик. Фак. Народ, поясните, вот этот квест в цепочку, в чего, куда он входит? После убийства Профа, соответственно, квест идет на убийство Зулджина, чтобы открыть доступ в ЦЛК 25 хм или в ЦЛК 10 хм. Если я квест не взял, значит меня не пустят, да? Так да. Я понимаю. Пока ты квест не сдашь, тебя не пустят. Зачем тебе хм? Я не понимаю, что ты беспокоишься. Одевай сначала шмот с обычки. Просто спросил, квест хотел сделать. Квест сделаешь? А это 10 усилков и этот, как его, проебал, конечно. Ну ничего, в следующий раз убьёт. Не могу пригласить члена другой группы. А можно больше престов? Сразу ассиста дал. Это лучше, нормально будет. Сходил в каражан сегодня. Чё, кому там РЛ кидать? Да поздно уже, надо ничего кидать уже. Так а куда грудак делся? Не знаю. Грудак, кожаный на эту... Шансунга. Ну, с ловкостью. Если людей не будет хватать. С ловкостью. Если не кончилось время, соответственно, он Вайда. Если кончилось время, то он останется Вайда. Но что надо было раньше говорить об этом. Я ставил 25. Ну, значит, выйдите с инста. Ну, если вы хотите сидеть в инсте, то сидите. Я ставил 25. Кто-то зашел, просто стоял в инста. Когда все выйдут, скажете. Так. Метисистодал там, если что, раскидаем. Пати.